Привет, девчата, ребята. Сегодня готовлю быстрый ужин из пекинской капусты. Вот есть у меня пекинская капуста и лопуха. Лопух насобирала в своем дворе, он отваренный и вот так уже замороженный. В любой момент его беру и готовлю. Так, нам понадобится пекинская капуста, зеленый лук, 3 яйца, лопух, приправы с чесночком и укроп с солью, мука, сыр и половинка чайной ложечки соды. Это будет запеканка, но в нашей семье это называют суфле. Суфле очень любят в нашей семье. Запекается в духовке с минимумом масла. Очень вкусно. Сейчас покажу результат. Сделайте очень быстро, 15 минут запекается. Сделайте очень быстро и вкусно. Вот все ингредиенты перемешаны. Выпекать я буду на своей любимой сковороде. Сковорода у меня чугунная. Я ее очень люблю. Помощница на протяжении всей моей жизни. Она еще бабушкина, мамина. В общем, я посчитала ей 70 лет. Вот на такой сковородочке. Вот все выложено на сковороду. Девочки, не огорчайтесь, оно будет тоненькое, не будет воздушно-пышным. Сверху посыпала сыром, перед подачей посыпать зеленью, кто какую любит. Девчата, смотрите, котам принесла травы, я им все время приношу. Наяривают, оторваться не могут. Не только одни мы едим лопухи, и кошки траву жрут. Вот это мои подкидыши. Серый Томас, белый Круз и маленький рыжий Павлик. О, скоро все перейдем, вся Россия на траву. Смотрите, с каким удовольствием хомячат. Вот, девчата, выглядит вот так это суфле. Уже готово. На тарелочке вот так выглядит. На ужин чудесно с кисло-сладким соусом, потому что в нем не хватает остроты. Сегодня у меня на обед супчик макароновый, курочка запеченная, суфлешка и лопух. Лопух замаринованный. Я замариновала 4 баночки. Очень вкусно, с чесночком и с приправами, с маслом. И, как всегда, традиционно компот. А фруктов у нас очень много своих, с огорода. Их надо уже подъедать, потому что скоро новый урожай. Компот всегда делаю. Ну вот такой результат. Пока-пока. Всем приятного аппетита. Это очень вкусно. Лопухово-капустная запеканка.